Ну вот опять. Чертовка хвостатая. Их познакомила лошадь. Как зовут? Кристина. Да не тебя. Адель. Она без пяти минут невеста. А что, если я вас тоже приглашу на свадьбу? Он брошенный женой неудачник. Ну так что в нем такого? Давайте, колитесь. Но их история уже началась. И вот уже невеста сбегает из-под венца. Я поехала проветриться, а Адель сама сюда завернула. Но к чему это все приведет? Если бы не Адель, я бы на тебя и не посмотрела. Если бы не Адель, я бы тоже на тебя не посмотрел. Это становится даже забавно. Александр Галибин. Я слушаю. Ты еще не понял, что не потянешь содержать такое сокровище? Адель. В субботу в 14:30 на нашем телеканале.